13 февраля в Казанском федеральном университете стало на одну именную аудиторию больше. Мультимедийная аудитория Института социально-философских наук и массовых коммуникаций стала носить имя Мансура Абдрахманова, человека, который был не только выпускником, но и проректором Казанского университета. Дело в том, что эта аудитория единственная мультимедийная аудитория нашего института в этом корпусе. В высшей школе, конечно, тоже есть. И, соответственно, в соответствии с решением ученого совета и приказом ректора, значит, эти аудитории называются или увековечиваются в связи с выдающимися выпускниками тех или иных институтов. Появление в университете именных аудиторий благотворно повлияет на студентов, позволит им приобщиться к истории КФУ, а также расширит их кругозор. Олег Ашин, Роман Самарин, Универньюз.